Всем приветики. Все тот же день. Пришла с прогулки. Борщ варю, у меня кипело мясо. Там свеколка, здесь помидорки. Зажарка вырыта на сковороде. О, мясо кипит и картошка. Сейчас борщик сварю. Видео загружу, где гуляла. Потому что нам сегодня на дачу. О, на Денискину. Там надо посмотреть за курочками. Вот у меня помидоры. Это вот вишня. Никто не ест, надо ее переварить. Потому что Владюша сегодня уезжает. Все, вот такой бордель пока у меня. Окно открыла. Это вот мы молочко кипятили с манкой. Наташа повезла. Щенкам подбросили щенков, 3 штучки, с ладошечку размером, в будку бездомным собакам. Там за бездомными собаками приглядывали женщины, заказали даже им будки, выкормили их. Я потом, может, буду мимо ехать, покажу. И туда положили кто-то щенков, 3 сосунков. Наташа увидела, и вот возила туда молоко. Вчера с магазина, говорит, оно холодное. Я говорю, давай скипятим я ложечку манки сюда. И тепленьким повезла вот остатки на вечер. Вот так вот люди. Чем говорить, когда ни у кого ничего святого нет. Ни у кого ничего, а у некоторых. Нельзя, конечно, всех под одну гребенку, это понятно. Вот опять. Вот этот дом, который Сульяновская женщина здесь жила. Может, опять посмотрит. Комсомольск на Амуре. 25 июля. Мой канал. Сам себе режиссер. Меня зовут Ольга. Владюха спит. Я стараюсь потихонечку говорить. Вот столько у нас градусов. Нас фокусируется, нет ли. До 25 не дошло. Я прогулялась нормально. Ветерок такой прохладненький, но не холодно. Небо вот такое. Наверное, больше не будет. Не капает. Ну, вот как-то так. Так что я сейчас борщик заваливаю. И буду загружать вам видео, которое я гуляла по воинской части, по старой воинской части. Вон калиточка. Туда мы ходим. Сало уже пережарится сейчас. Буду делать зажарку. Время вот сколько. А мне к часу надо сделать. Еще вишню переработать надо. Сахаром засыплю, да прокипячу, что там ее перерабатывать. Ну вот как-то все. Таких печенюшек напекла. Может, Ладюша в дорогу возьмет. Навряд ли. Они молодые, не любят с собой ничего брать. Один противень здесь, один в духовке. Вишню переварила. А то Наташа не съела. Боюсь, пропадет. Она уже некоторые ягодки выбросила. Такой вареница будет. Помешала теперь. Борщик. Мы с Наташей поели, а Владюша еще спит. Часов 5 поедем на дачу. Пока. Пока-пока. Его забрали. Покормили малышей и поехали дальше. О, с Наташей. Едем Денис на дачу. Вот тебе и солнышко уже, и небо чистое. Стабилизатора нет, так.
составы. Приехали. Наташа откроет. Вот это возле дачи. Вот так. Ну, я не знаю. Хорошая смородина. Сладкая. Ай, господи, я сейчас слышишь? Ага, куры кричат. Пойдем глянем. Дождичек полил, поэтому поливать не будем. Только курочек посмотрим. О, урожай! Вот, уже зреют помидорки. Смотрю. Вот. И он. Ну, вот такая вот теплица. Жарко тут, зараза. Узенький совсем проходик. Денис говорит, у меня даже нога не входит поперек. Вот. Огурчики. Помидорчики. Огурчики, помидорчики. Где? Да, и вода, и корм, все есть, да. Я посмотрела. Подвязали, что вот листья. А? Вот так вот. Все, нам некогда, курочек покормили. Дом закрыли. Все, смородину собрали, сколько смогли, сколько успели. Сегодня некогда Наташа косметологу на 7 часов. Вот. Смородину собрали за 10 минут. 5 яичек. Все, поехали. Все, поехали. Опаздываем. Нет, я... Развернуться здесь плохо, еле-еле. Я... Сзади забор, впереди ямка. Ну все, поехали. Поезжаем. Спать. Сгасил середочку, слава богу. Ну,